Эрнесто Салазар мертв. Тем временем данные расшифрованы. Стало ясно, что секретная урановая шахта находится в глубине джунглей Исла-Труэна. Она не представляла бы особой угрозы, если бы там не добывалась крайне специфическая руда. Наиболее опасная разновидность урана-235, которая может быть доведена до оружейного уровня с минимальными затратами энергии и технических средств. Дельта-3 получила задание угнать армейский грузовик и проникнуть в охраняемый шахтовый комплекс. Бритва-6-4 поддержит их снайперским огнем. Бритва-6-4, это Мама-2, прием. Поднимайся на уступ. Позиции прямо у тебя над головой. Шагай осторожнее. Это Бритва-6-4, вижу вышку, приближаюсь. Принято, Бритва-6-4. Доложи, когда выйдешь на позицию.
На позиции. Принято, Бритва 6-4. Тебе нужно подготовить путь для Дельта-3. Я понял, Мама-2. Приступаю. Рад, что ты сегодня с нами, Бритва 6-4. Мы укажем тебе цели. Смотри в оба. Взаимно. Готов начинать в любой момент. Два противника у джипа. Убери их. Тихо. Двигают. Красное здание. Первый этаж. Стреляй по готовности. Еще двое за тем грузовиком. Устрой нам небольшой бум для прикрытия. Хорошая работа. Займись ими скорее. Огонь! Черт, опять блокпост! Займись этим!
Нейтрализуй парней с гранатометами, пока они нас не поджарили. Скорее, меняй позицию. Мы атакованы. Нужна помощь. Мы атакованы. Повторяю, мы атакованы. На помощь. Первая точка есть. Следую за второй. Давай в грузовик! Выбираемся отсюда! Выбираемся отсюда! Давай в грузовик! Выбираемся отсюда! Дельта-3 и Бритва-6-4 должны подтвердить факт производства урана-235. Освободить. Парни, пора работать. Атакуем быстро и решительно, чтобы иметь возможность так же быстро отойти. Тайлер, ты начинаешь. Нужно ослабить посты охраны вокруг базы. Дельта-3, нам достается удовольствие работать со всеми, кто внутри. Опознаем руду, освободим гражданских и сравняем это место с землей. Ошибаться нельзя. Бритва 6-4, покидаю группу Дельта-3 у первого охранного поста, пока не обнаружен. Двигаюсь к точке контроль 7-2. Мы дошли до второго поста охраны. Все идет по плану. Прошли точку 3. Основные ворота. Они все еще не сообразили, что мы тут. Большой экскаватор. Входим в лагерь. Я
sus fuerzas por Oriente. Добрался до контроля 7-2. Жду команды для ликвидации постов охраны. Прием. Мама-2, это Дельта-3. У нас здесь крупная проблема. Грузовик заперт на складе, и мы в нем. Если мы взломаем ворота изнутри, то будем обнаружены противником. Нужна поддержка. Повторяю, нужна поддержка. Прием. Принято, Дельта-3. Бритва 6-4. Тебе нужно проникнуть в лагерь. Позиция Дельта-3 отмечена на твоем GPS. Следуй к складу и откроем ворота. Как понял? Вас понял, Мама-2. Уже иду. Конец связи.